Ну вот, дорогие друзья, я приехавший. Время опять 8 часов. Все время у меня так получается, окончание работы. Ну, дорогие мои, в печке готовится пицца. А здесь стоит ящик, который я притаранил. Вон она. Я думаю, вам, как и мне сейчас, вот я не знаю, что я привез. Только сверху я видел кружка, что-то внутри, понятия не имею. Давайте мы с вами посмотрим. Во всяком случае, мне было бы интересно, что этот хитрый Петерсон опять на халяву привез. Давайте глянем. А? Вот так я сейчас поставлю, чтобы видно было вам. И начну из этого картона, называется картоном, из этого ящика вытаскивать. Ну, сначала вот сверху лежит такой хороший, мне надо повернуть, чтобы я видел, что я показываю. Вот, это для горчицы, в общем-то, такой горшочек. Вот горшок простой. Так, что еще интересно? Так, это очень интересная коричневая кружечка. Тут даже есть какие-то тут у нее лицо. Ну, это ерунда. Это не обязательно. Кстати, вот и зеленая. Представляете, вот у меня есть уже такая зеленая есть. Вот для ромашек очень интересная. Потом идут такие кофейные кружки. Я чувствую, их тут много. Всякие разные. С рисунками. Ну, это можно как бы с рисунками-то. Так, это немножко облезла кружечка. Ну, пойдет, наверное, хотя можно и выбросить. А вот это не что иное, как Новый год глювайн пить. Вот с таких вещей пьет глювайн. Интересная штука. Желтая кружечка. Вот это я и предполагал, что будут разные цвета. Так. Вот это очень интересно. Тут надпись убираем и уже, пожалуйста. Какая замечательная. Смотрите, какая замечательная кружечка тоже. Так. Стаканчик. Дальше идут. Целая куча таких. Ну, цветочек. Тут цветочек. Это замечательно. Вот это вот такие маленькие, я не знаю, чайные кружки. Если нет, то поправьте меня. И тут с разными цветами. Видите? Отлично. Еще одна такая же кружечка с таким ручкой красивой, но синяя. Замечательно. Так. Идем дальше. Еще одна синяя. Так, это что? Это большая, но, к сожалению, такая коровья. Корова там изображена. Это... А вот это чудно, ребят. Вот это чудно с таким рифленым монстром, то есть текстуркой. Рельеф. Так. Тоже маленькая кружечка, тоже с цветочком. Отлично, ребята, просто отлично. Так, теперь смотрим. Пестрый, конечно, горшочек. Ну, пойдет иногда, наверное. Бывает нужно, не знаю. Так, Австрия написано. Австрия. О. Ну, для натюрморта да, для стоков нет. Понятно, да, почему? Так. Маленькие тарелочки. Хорошо. Для вот таких маленьких кружечек. Самое то, ребят. Самое то. Так, вот эти я люблю. Это вот мюсли опять. То есть замечательно. Такие вот. Тоже глубокая тарелочка. Не хорошо вот всякие там продукты хранить. Ой, а тут целая коллекция какая-то. Так.
красный стаканчик, оранжевый стаканчик, желтый стаканчик. Отлично. ТНТ. 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 Вот тоже с гусями с какими-то. Ну, форма, мне нравится форма. Так, ну это темный такой с надписями. Ловью. Так, и различные тарелки. Вот с таким узорчиком. Так, и, ребятки, это я могу использовать в своей кухне. Дело в том, что здесь дальше идут уже посудные, вернее, эти суповые тарелки, что тоже очень классно. С рисунком. Такой какой-то древний такой рисунок с каким-то замком. Так, и смотрим еще. Ну, тут такая тарелка есть. Веселая. А дальше, ну-ка, дальше идет опять. У меня целый сервис. Зачем он мне целый сервис? Ну, оставлю пару тарелок. Вот, и это красивые какие-то с цветочком. Ну вот, мы с вами посмотрели. И пока мы все смотрели, записывали, пицца подошла. Настоящий Вальнер. И настоящая Бадер Альгойер. То есть я себе немножко сегодня устрою праздник. Поездка была удачная. Всего доброго вам, друзья. Скоро эти работы вы увидите в моих натюрмортах. Пока.